6, на 6. Шестерка? На 5 200. Сколько? 5 300. Что там у тебя, а, морда? Это не считается, не за счет этого. Басак готов? Басак готов, Коль? Вот он готов. Пока не спеши. Цеплялась-то вообще за это. Пускай с воблером будет. Так он воблер за это уже. Да, это, слушай, хорошее. 10. 10. 10 500. 10? Надо по сантиметрам посмотреть. Поднимай ее еще. Угу. Сегодня поймали мужики много щуки, не знаем куда девать. Большая такая. Жарим, жарим. Да, жарим, жарим, жарим. Ну такая большая вот, я не знаю на сколько килограмм. Ориентировочно на 13 килограмм мы так определили. Потом прикинули. Потрошенная. Потрошенная уже, да. А, Путин, да, да, это, он отдыхает. Там, да. Он отдыхает. Нет, да, он определяет на глаз, а мы там взвешиваем. Ну да. Значит, ну потом это продемонстрируем, сколько там чего было. Ну, конечно, отличились это. Местные аборигены. Абориген, который настоящий, он вне конкуренции, ничего не поймал. Жулик, жулик. Ну поймает потом. Да я обычно такую мелкую отпускаю. Конечно. Отпускай ее.
Вот она, мамочка. Воды, ребятки, я не знаю. Две палатки, кстати, они так подошли, видно, посмотрите, да. Две палатки стоят. Хотя их не видно, это надо было. Как, откуда, как это где-то. А, нет, откуда, может, видно. Вообще тут никак не видно, что вторую палатку. Что же две палатки? Рыбники все-таки приезжают. Нет, это. Вытаскивай, Маня, Маня, вытаскивай. Вот ты лучше, чем хозяин. Никому не верит. Ну ты сюда выведи. Он даже себе не верит. На 2 500. Слетает и попадает в подсак. И главное, что все это заснято. И главное, что все это заснято, мастерски. Поклевывает, поклевывает маленько. Давай, цепляй эту рыбу.